Ограничения по заполняемости залов культурных учреждений в Подмосковье, связанные с распространением коронавирусной инфекции, сняты. Теперь залы можно заполнять на 100%. Напомним, что ранее театры, кинотеатры и концертные организации региона из-за пандемии могли продавать билеты только на 75% мест. В то же время в регионе сохраняется обязательство по использованию защитных масок в общественных местах и по соблюдению социальной дистанции.